Виктория Синицына, Никита Коцалапов, Москва. Ну, а тут излишне, наверное, напоминать регалии этих фигуристов и говорить какие-то слова. Танец восхитительный, спортсмены потрясающие. Они все должны сказать собственным выступлением. Чемпионы Европы. Виктория Синицына, Никита Коцалапов. Ну, хороши. Просто чудо, как хороши Вика с Никитой. Аплодирует Петр Дурнев и Сергей Петухов. Еще одна напасть на Синицыну Коцалапова. И сегодня прилетела откуда ни возьмись, не смог присутствовать на арене их тренер Александр Жулин. У него заболело горло, поднялась температура, и поэтому он сообщил коллегам, что боится заразить спортсменов, поэтому не будет сегодня в Мегаспорте, но ему спортсмены пообещали справиться. Судя по этому прокату, безоговорочно, конечно, справились. Именно с этим танцем Вика с Никитой выступали в прошлом сезоне, выступали блестяще. Периодически публика обращает внимание на изменение внешнего облика фигуристов. По-моему, парочка различных пиджаков была у Никиты. Первый был очень яркий, сейчас вот остановились на подобном костюме, и этот костюм очень выигрышно, на мой взгляд, смотрится. Ну и сам танец, конечно, сделан просто классно. Девушка тебе передала. Спасибо, красавчики. Молодцы. Вообще, вообще красавец. Просто роскошный. Спасибо, молодцы. Держись. Вики еще и девушки букеты передают. Популярность наших спортсменов не знает границ. Очень высокие оценки сейчас загорятся на табло. Все безоговорочно, четвертого уровня, прям все-все-все. И очень-очень-очень высокие оценки за компоненты, плюс ко всему очень высокие оценки за каждый из элементов.
Вот здесь, ох, как Вики пришлось непросто. Смотрите, она справилась. К слову, на уровень это не повлияло. На оценки от бригады арбитров практически тоже. Ну, могу вам сразу сказать, таких баллов пока Синицын и Косолапов на международном уровне не получали. Не успею, по-моему, сейчас добежать до момента, где выставляют оценки на международной арене. Ну, может, успею сейчас. Технический танец. Лучшим результатом... А, не, ну а что его не помнить-то? 90 с копейками. Причем копеек-то немного у Гийома Сезрона и его партнерши Габриэла Пападакис. Ну, сейчас... сейчас будет не скучно. Кстати, недавно стало доступным видео, опять же, прошлогоднего ритмического танца от французов, где за ними катался по арене оператор. Снято просто восхитительно, сделано здорово. Катаются Габриэла с Гийомом, тоже супер. Так что заочно у нас с вами появляется возможность сравнить. Но другое дело, что очно в этом году получится вряд ли, потому что французы уже объявили, что чемпионат мира они пропустят в любом случае. А вот наши, надеюсь, поедут сильнейшим составом и будут бороться за самые высокие места. Уже в присутствии Александра Жульна. А сейчас Виктория Синицына и Никита Коцалапов набирают 90 и 44 сотые балла. Просто браво!